Глава Чувашии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации. Речь шла о развитии двусторонних связей в торгово-экономической и гуманитарной сфере. В Чувашии иностранную делегацию заинтересовали продукции предприятий химической индустрии, машиностроения, электротехнического кластера, местные практики в сфере медицины и образования. Уже сегодня в рамках нашего визита нам удалось посетить два предприятия у вас в Чебоксарах. Это «Текстильмаш» и тракторный завод. И мы уже видим большой потенциал для развития с этими двумя предприятиями, потому что швейная промышленность, она очень развита в нашей стране, и мы одежду поставляем в Великобританию, в Штаты, в том числе в Россию. И, конечно же, всю информацию, которую нам удалось сегодня приобрести во время визитов, мы поделимся с нужными организациями, чтобы найти партнеров в Шри-Ланке, которые смогли бы дальше развиваться в сотрудничестве. Сейчас основа зарубежных поставок – чай и текстиль. По мнению ланкийской стороны, такая узкая специализация не дает развиваться экономике страны. Шри-Ланка готова экспортировать фрукты, морепродукты, ювелирные изделия, продукции легкой промышленности. В планах встречи с представителями Минсельхоза, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, посещение других площадок. Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика.